Мы снимали видео на петербургском предприятии «Союз ТМ» о пистолете-карабине «СТМ-9», где нас ждал неожиданный бонус. Гладкоствольная арка по гладкой лицензии в калибре 3,66 ТКМ. Первым сделали не турки, а россияне. Петербургское предприятие «Союз ТМ». Выглядит совсем как настоящий ар-карабин. Как вы видите, да, практически неотличим. Интересно, что отработав 6 типов патронов предприятия «Техкрим», производства «Техкрим», в общем-то, «Союз ТМ» удостоверился в возможности работать со штатными арочными магазинами любых типов. Мы сейчас пойдем в тир и посмотрим, как это стреляет.